Министерстве промышленности руководитель регионального департамента провел в Армавире совещание. Госуслуги без очереди. В армавирском отделе по вопросам миграции накоплен большой опыт работы. Турнир по самбо. Более 180 спортсменов боролись за призы Совета молодых депутатов ЗСК. Здравствуйте, в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Совещание по вопросу развития промышленности Краснодарского края прошло в Армавире. В нем приняли участие руководители структурных подразделений Армавирской администрации и представители производственных предприятий города. Вел совещание руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. Подробности в первом сюжете выпуска. Перед началом совещания Иван Алексеевич вместе с представителями администрации посетил ряд армавирских предприятий и пообщался с их руководителями. Целью рабочего визита было выявление имеющихся потребностей и оказание содействия в решении проблем. Особое внимание при этом уделили машиностроительному заводу «Кубань-Желдармаш». Сегодня мы проехали, посетили, посмотрели ряд предприятий. Приятно видеть ту динамику, которая сегодня есть на предприятии «Кубань-Желдармаш» к уровню 2017 года. Реально есть большие изменения. Видим, что коллектив, собственник, руководство все делают для того, чтобы и то оборудование, которое приобретается, работало для зарабатывания прибыли, работало для того, чтобы предприятие работало стабильно. Приятно видеть, что коллектив увеличился практически к тому, что было, на 30%. Сегодня созданы новые рабочие места. На совещании отметили, что для развития промышленного комплекса Краснодарского края создаются все необходимые условия. Успешно работает государственная программа развития промышленности, в которой принимают участие армавирские предприятия. В прошлом году на краевом уровне был создан специальный фонд, который уже успел освоить порядка 350 миллионов рублей. Эти средства были направлены на льготные займы промышленным предприятиям. В целом, производство в настоящий момент является одной из самых динамично развивающихся отраслей в Краснодарском крае. Край сработал достаточно положительно в прошлом году. Индекс промышленного производства составил 104,2%. Отгрузили мы продукцию на сумму 291,5 миллиард рублей. Рост составил 116%. И, к слову сказать, наверное, что нам больше всего, и ключевая цифра, которая отражает сегодня развитие промышленного производства и его объемы, это налоги. Мы впервые перевалили цифру за долгое время, цифру в 10 миллиардов рублей налогов, которые поступили именно от обрабатывающих производств. Я считаю, что это тоже результат, которого мы с вами все вместе добились. Как отметил руководитель департамента, промышленному комплексу Кубани необходимо развиваться и дальше. Для этого создаются все условия. В прошлом году на развитие производственных предприятий было выделено почти 600 миллионов рублей из краевого бюджета. Но средства на развитие получают только те предприятия, которые обратились за мерами поддержки. И здесь необходимо повысить активность руководителей. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. Госуслуги – это просто. Подтверждением этому является опыт работы армавирского отдела по вопросам миграции. Сегодня горожане могут получить целый ряд государственных услуг, как у специалистов отдела, так и в многофункциональном центре или через интернет-портал. Подробности расскажет Влада Волошина. Евгения Николаевна, поздравляем вас с получением паспорта Российской Федерации. Евгения Грин приехала в Армавир из Киргизии. Девушка получила гражданство России, а теперь и паспорт. Евгения говорит, что сотрудники армавирского отдела по вопросам миграции очень помогли ей в процессе оформления документов, за что она им искренне благодарна. Очень компетентные сотрудники, очень доступно все объяснили, где заполнять, как заполнять, какие документы необходимо приносить. В принципе, без очереди практически приходишь, сразу попадаешь к специалисту. Сотрудники такие все приветливые. Я просто настолько рада, что я наконец-таки стала гражданкой, наконец-то у меня есть паспорт. Это просто непередаваемое ощущение. После торжественного вручения паспорта Евгению ждал сюрприз.
Ей предложили сделать фото на память в стилизованной рамке. Сотрудники отдела по вопросам миграции проводят такую работу в рамках акции «Мы граждане России». Она у нас стартовала в Российской Федерации и была приурочена к Дню Конституции 12 декабря прошлого года. И акция, ну, она показала себя с хорошей стороны, поэтому эта акция будет теперь, ну, постоянная. Мы изготовили инстарамку стилизованную с хэштегом «Мы граждане России». И в нашем холле, и в других памятных местах в городе Армавире мы проводим вручения с фотографированием вот в этой инстарамке. Акция – только одна приятная сторона процесса получения госуслуг. Ушли в прошлое длинные очереди и утомительный сбор документов. Многие услуги сейчас можно получить в многофункциональном центре. Причем его сотрудники сами оформят необходимые бланки. Есть возможность сделать это и через интернет. Есть такой портал у нас в интернете, единый портал предоставления госуслуг, где граждане, не выходя из дома, могут зайти туда и подать электронное заявление. Получать государственную услугу по вопросу получения паспорта гражданина Российской Федерации, замены такого паспорта, также регистрационный учет и получить загранпаспорта. Перечень услуг, которые предоставляет Армавирский отдел по вопросам миграции, очень обширен. Среди них получение и замена российского заграничного паспорта, регистрационный учет граждан, добровольная дактилоскопическая регистрация. Оказываются услуги и иностранцам. Это постановка на учет прибывших в гости или на работу в России. Сотрудники отдела принимают и по субботам. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Новости спорта. В Армавире самбисты борются за призы Совета молодых депутатов ЗСК. Краевые соревнования стартовали 1 февраля среди юношей 13 лет. На открытии побывал министр спорта Краснодарского края и другие почетные гости, рассказывает Инна Лепеткина. В Армавире стартовали краевые соревнования по самбо на призы Совета молодых депутатов Законодательного собрания края. Состязание открыл министр спорта Кубани. Он дал высокую оценку новому спортивному комплексу Центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо, в котором занимаются армавирские спортсмены и проходят многие состязания. Я первый раз в Армавире, в этом зале. Ну, конечно, мне нравится то, что я вижу. Видно, что сделано с душой. Сразу же продумано все до мелочей. Важно, чтобы здесь, в этом Олимпийском спортивном центре подготовки по самбо и дзюдо, как можно больше ребят занималось борьбой. То количество спортсменов, заслуженных, мастеров спорта международного класса, говорит о высоком классе местной школы. За призы Совета молодых депутатов боролись 182 спортсмена 13 и 14 лет из разных районов Кубани, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Финалистов соревнований определили по результатам предварительных встреч в разных весовых категориях. Уже в этом возрасте самбисты показывают хорошую технику и завоевывают серьезные награды. Андрей Рыжков из Армавира недавно стал лучшим в крае. Самбо я занимаюсь с первого класса, и достижение уже стал первым на дне самбо вот, 2018. Борьба хорошо получается. Уже и на выезде много раз занимал места. Воспитывает это характер, мужество. Ты учишься бороться, чтобы не просто за медали, а вот как сама борьба получается. Для удовольствия, можно сказать, спорт. Достоинства самбо в скором времени смогут оценить кубанские школьники. Базовые навыки этого вида спорта в 2019 году начнут преподавать в учебных заведениях. Подразумевает освобождение от захватов, страховка, самостраховка, историю самбо. То есть это то, что дает безопасность человеку и дает уверенность чуть-чуть себе. Хотите дальше быть более, так сказать, для этого есть спортивная школа, для этого есть секции, куда ребенок пойдет дальше. Но мы еще добавим чуть-чуть... Так школу бросков, там 3-5 приемов, которые они идут в сочетании и с самостраховкой, и заодно, так сказать, такую простейшую технику. Самбо поможет детям стать увереннее в себе и правильно действовать в форс-мажорных ситуациях, обороняться без оружия и применять простые броски. Инна Лепеткина, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».
И еще о спорте. Впервые в Армавире состоялись соревнования по масс-рестлингу. Это новый для нашего города вид спорта. Турнир назывался «Противостояние» и прошел в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. За ходом состязаний наблюдала наша съемочная группа. Масс-рестлинг на Кубани практически не распространен, и для нашего города это незнакомый вид спорта. Однако более 20 студентов и учащихся вузов и техникумов решили попробовать в нем свои силы. Организаторы уверены, что самое главное – заинтересовать ребят. Этот спорт родился в Якутии, он сейчас там очень популярен. А вот мы сейчас хотим вот в нашем Армавире этот спорт популяризировать. И вот это первый раз вот проводим такие городские соревнования, чтобы ребята видели, что это за спорт, поняли себя в нем. Андрей Мазманян в масс-рестлинге не новичок. Юноша увлекается им полтора года. Раньше Андрей занимался вольной борьбой. Говорит, что масс-рестлинг ему нравится больше. Нравится тем, что разработка на все группы мышц заставляет думать о технике, тем, как лучше победить соперника, каким способом, в какую сторону, как начать. Прислушиваешься к судье, когда он дает старт. Задача спортсменов, на первый взгляд, несложная. Нужно ухватиться за палку и перетянуть соперника. Или вырвать снаряд у него из рук. Масс-рестлинг развивает выносливость и упорство, силу тела и духа. Турнир противостояния решили провести в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, чтобы привлечь внимание ребят к новому направлению. Молодежные лидеры уверены, что армавирские юноши оценят его по достоинству. Мы специально выбрали проведение новой формы работы, чтобы, во-первых, узнать спрос, будет ли в дальнейшем на это спортивное направление. Ну и, скажем так, есть ребята, которые в дальнейшем смогли бы этим профессионально заниматься. Закаляется дух, вот, выносливость, терпение. Вот, соответственно, физически развит становится человек, который в дальнейшем, возможно, станет защитником нашей Родины. Организаторы турнира надеются, что масс-рестлинг станет популярным в Армавире видом спорта. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. Выставка «Шубы на расхват», которая уже не первый раз приезжает в Армавир, приглашает приобрести шубу со скидкой до 50%. Кроме того, каждая покупательница становится участницей розыгрыша призов. Подробности в следующем сюжете. Грандиозная распродажа на выставке «Шубы на расхват» – это лучшая возможность порадовать себя, купив не одну, а даже две красивые шубы за те же деньги. И все потому, что только в феврале скидки до 50% на все шубы, поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного ассортимента 800 шуб и жилетов. Качество подтверждено сертификатами и гарантией. На выставке «Шубы на расхват» можно взять шубу в рассрочку на 3 года, без переплаты и первоначального взноса или в кредит. А еще при покупке шубы каждая женщина может выиграть автомобиль «Лада X-Ray», либо LCD-телевизор с изогнутым экраном, или сертификат на покупку шубы. Главный розыгрыш призов состоится уже 31 марта, поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша. Приходите на выставку «Шубы на расхват» 3-4 февраля в городской дворец культуры с 10 до 19 часов. Марина Белова, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». Это был заключительный сюжет. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на Авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.